Всем привет! В этом видосе я вам покажу два сайта, на которых вы сможете зарабатывать биткоин без вложения. Ну а мы начинаем. Ну и первый сайт в этом списке – clickcoin.com. Это у нас сайт зарубежный, переводим его на русский, чтобы тут лучше ориентироваться. Здесь мы будем зарабатывать биткоин за различные простецкие действия. Сейчас я вам все покажу в личном кабинете. Каждый день здесь есть какая-либо реклама, которую можно смотреть и за это получать сатошики. Тут также мгновенный вывод, и минималка здесь буквально один сатошек. Вы заработали сатошек и уже можете его вывести. Чтобы пройти здесь регистрацию, нажимаете или же вот сюда «Присоединиться к нам», или же вот сюда. Ну а я зайду уже в свой личный кабинет, нажимаю «Авторизация». Вот так вот будет выглядеть ваш личный кабинет. Насчет вывода нажимаете вот сюда вот, «WinDraw». Здесь указываете свой биткоин адрес. И можете здесь уже выводить буквально с одного сатошка. Сюда указываете свой пароль. И деньги сразу же поступают вам на кошелек. Насчет этого здесь проблем нету. Ну и зарабатывать мы здесь будем вот в этом вот разделе. Сейчас все переведу на русский. Наводим вот сюда вот, «Просмотр рекламы». И здесь можем зарабатывать вот с такими вот методами. Первый метод — это «Просмотр PTC». Здесь мы смотрим рекламу. Также есть второй раздел — просмотр серфинга. Здесь принцип примерно тот же самый. Также есть короткие ссылки, кран и пассивный заработок. Давайте перейдем по каждому из них и посмотрим, как там что надо делать. Нажимаем «Просмотр PTC». И здесь мы смотрим рекламу и получаем по 2, по 1 сатошику. Вот здесь вот нам надо посмотреть сайт 10 секунд, и мы за это получим 2 сатошика. Для того, чтобы получить эти 2 сатошика, нажимаем «Посетить сайт». Нас перекидывает на рекламный сайт. Ждем, пока он загрузится. Здесь вот у нас пошел таймер, ждем, пока он дойдет до конца. Сайт у нас загрузился, здесь мы проходим капчу и нажимаем submit. И все, 2 сатошика мы получили, это мы закрываем и смотрим следующий сайт. Ну и так далее. Ну а мы переходим в следующий раздел, это у нас серфинг сайтов. Принцип примерно тот же самый. Тут мы также получаем сатошики за просмотр рекламного сайта. Нажимаем вот сюда вот, визит веб-сайт, или же если это на русском, то посетить сайт. Нас перекидывает вот сюда вот, мы тут нажимаем go. И тут у нас серфинг в активном окне. Вот здесь вот у нас идет таймер, вот уже все, таймер закончился. Теперь мы этот рекламный сайт закрываем, здесь проходим капчу и нажимаем также submit. Ну и переходим в следующий раздел, просмотр рекламы и короткая ссылка. Тут за переход по сокращенной ссылке нам будут платить по 4 сатошика, по 3 сатошика. Для того, чтобы перейти по этой сокращенной ссылке и заработать сатошики, просто нажимаем вот сюда вот «Идти». Ну и самый простой раздел здесь — это кран. Наводим, нажимаем кран. Здесь вы можете получать от 1 до 3 сатошиков каждые 45 минут. Опускаемся ниже, нажимаем вот сюда вот, клеим. Тут проходим капчу. И вот здесь вот нажимаем кнопку «Клейм». И я получил 3 сатошика. Ну и второй сайт, на котором можно заработать биткоин сатоши, называется getbitco.io. Вот так вот пишите в поисковике и находите этот сайт. Здесь, значит, мы будем получать до 50 сатошиков каждые 15 минут. Я сперва думал, что этот сайт ничего не будет платить, что это самый обычный скам. Но потом я нашел видос на ютубе, где канал по заработку, на котором 40 тысяч подписчиков, показывал отсюда вывод, и что он реально пришел к нему, и этот сайт реально платит. И значит, на этом сайте можно зарабатывать эти самые сатошики. Я тут прошел регистрацию. Вот так вот будет выглядеть ваш личный кабинет на данном сайте. Здесь рекламы просто полным-полно. Ну, это в принципе как и на всех кранах, потому что сайт за счет этого зарабатывает. И какой-то частью денег делится с нами. Но здесь, конечно, делится он прям очень щедро. До 50 сатошиков каждые 15 минут. Сейчас можем нажать «Claim No» и посмотрим, сколько он нам сейчас даст сатошиков. И дал он мне аж 47 сатошиков. И этот сайт также дает еще различные бонусы в виде сатошиков. Короче, платит он прям очень щедро, и это очень подозрительно. Но в то же время я видел обзор, еще раз повторюсь, где канал, на котором 40 тысяч подписчиков, выводил отсюда сатошики, и ему они благополучно пришли. Ну и чтобы отсюда вывести сатошики, нажимаем вот сюда вот. Тут вы можете выводить с 20 тысяч сатошиков, сюда указываете свой биткоин адрес, и здесь количество ваших сатошиков. Вот такие вот два биткоин крана у нас сегодня были на обзоре. Кстати, извиняюсь вот за этот вот видеоролик, здесь я в информации 100% не был убежден, ссылку на этот сайт я удалил, и на этот сайт не надо регистрироваться и вообще искать его. Ну а я вам желаю хороших заработков, удачи и до встречи.